И сегодня одна из ваших самых любимых рубрик – это проверка лайфхаков из Инстаграма. Я сама люблю эту рубрику, потому что, во-первых, это интересно, это всегда занимательно. Иногда эти лайфхаки настолько вот странные, типа ты не можешь даже представить, кому в голову придет это делать. Но иногда они бывают такие рабочие, что потом как бы они тебе в жизни даже помогают. Но сегодня мы разберем целых 5 бьюти-лайфхаков. У нас никогда еще не было так много лайфхаков. Поэтому не буду отнимать наше ваше время и поскорее перейдем к лайфхакам. Но вначале предупрежу, что в самом конце видео, как вы помните, будет розыгрыш для моих красоток. Сегодня я буду разыгрывать целых 3 продукта от Herbarian. Это просто для меня находка 2018 года. Марка корейско-французская. Мне пока что нравится, по-моему, каждый продукт, который я только пробовала от Herbarian. Смотри до конца, чтобы узнать условия, а мы начинаем. Итак, на первое место я решила поставить лайфхак, который сейчас просто разошелся по социальным сетям, как не знаю что, что-то такое вирусное. Это локоны за 20 секунд в бутылке. Якобы все это время мы с вами, девочки, просто очень сильно тупили и пользовались всякими утюжками, плойками, бигудями. Зачем, если есть просто бутылка? Собственно, после этого ролика в Инстаграме я немножечко так оторопела, потому что, ну неужели это может работать? Сразу же поняла, что с моими волосами такое вряд ли произойдет, потому что их достаточно много. И если девушка берет буквально половину своей головы, половину своих волос, точнее, и засовывает в бутылку, то если это сделаю я, ну, они не поместятся даже туда. Поэтому я попробовала это сделать по прядям, и давайте смотреть, что у меня получилось. Итак, для начала я решила смочить свою прядь водой. Также нам понадобится фен и узенькая насадка к нему. И берем бутылку. Отрезаем аккуратно, только у нее горлышко. И делаем еще один разрез на бутылке для насадки от фена. Собственно, погружаем нашу прядь в бутылку и включаем фен. Ну что ж, после первого раза моя прядь даже не высохла. Я даю этому лайфхаку еще один шанс. Но и тут, если честно, не особо получилось. Итак, третий, финальный раз. Я бы не сказала, что это похоже на голливудскую волну, поэтому, девочки, скажите мне, что я делала не так. Но мне кажется, этот лайфхак просто не работает. Но ничего, мы не расстраиваемся, у нас еще целых 4 лайфхака впереди. Что-то да должно сработать, да? И сейчас мы с вами будем жарить миндаль. Но не для того, чтобы его поесть, девочки, а для того, чтобы сделать стрелочки. Или просто подвести брови, или подвести глаза. То есть, знаете, на те случаи, когда закончатся все тени для бровей, для глаз, и будет дома только миндаль, мы берем, поджигаем миндаль и рисуем себе стрелочки. Итак, берем наш миндаль и поджигаем его. Да, обычное действие. Всегда так делаю с миндалем. Далее, пытаюсь скошенной кисточкой набрать вот этот угольный черный цвет. И, как вы можете видеть, не очень-то много отпечатывается вообще. И на глазах цвет очень-очень бледный. То есть он есть, но его так мало, что нужно сжечь весь миндаль, наверное, чтобы получилась стрелка или что-то похожее на это. Поэтому лайфхак и работает, и не совсем. Знаете, следующий лайфхак 100% будет работать. Я это прям чувствую, потому что это логично. Суть его в том, что если у вас закончился блеск для губ, можно дать ему как бы вторую жизнь, буквально на несколько еще применений, если вы опустите флакончик в теплую или даже горячую воду. Это вполне логично, я тогда же тестировала делать с тушью, потому что действительно средство засыхает, высыхает со временем, оно остается по стеночкам, и его тяжело достаточно оттуда выскребать. И когда вода горячая нагреет средство, оно немножечко там разойдется, и можно будет им пользоваться. Я так делала уже с тушью, это действительно работает, поэтому, мне кажется, с блеском будет то же самое. Но давайте посмотрим. У меня вот такой интересный блеск для губ в виде лампочки, но, к сожалению, этот интересный блеск почти подошел к концу. Мы берем горячую воду, опускаем блеск буквально на 3 минутки. И вуаля! Средство действительно отошло от стенок, и его стало достаточно для того, чтобы использовать еще пару раз. Ну а следующий лайфхак, наверное, будет одним из самых сложных в исполнении, но в то же время эффектных, потому что я еще ни разу не резала помаду. В общем, сегодня будем создавать помаду омбре. Суть лайфхака в том, что мы берем 2 помады, желательно, чтобы их сочетание нам нравилось, то есть не желтое и красное, например. И мы отрезаем половинки у каждой из помад. Да. И пытаемся их соединить. И потом якобы у нас получится такая помада двухцветная, и можно будет легко рисовать, знаете, такой эффект омбре, когда внешняя часть, внешний контур чуть-чуть темнее, а серединка губ немножечко светлее, и губы визуально становятся больше. Если честно, я очень долго, в принципе, подбирала 2 помады, которые подошли бы для нашего эксперимента, то есть они должны подходить и по цвету, и быть почти целыми.
Не скажу, конечно, что у меня прошло все так гладко, как надо. Я резала обычным ножиком. И если с первой помадой еще более или менее получилось, то вторая была настолько сухая, что она аж треснула сама. Но мне все-таки удалось их соединить. И дальше просто происходит какая-то нелегальная вещь. Серьезно, это так странно выглядит. Я поджигаю помаду со всех сторон и пытаюсь сделать ее более или менее нормальной. Выравниваю кисточкой. Она еле-еле, если честно, выходит. Выглядит тоже очень страшно, но, по крайней мере, действительно оставляет два цвета. Я еле-еле ее накрасила губы, потому что было такое ощущение, что она вот-вот сломается. И не сказать, что мне прям очень понравилось, потому что я все равно выравнивала очень долго цвет кисточкой и делала именно вот это вот омбре. Поэтому я бы не сказала, что это лайфхак, потому что суть лайфхака в том, чтобы упрощать жизнь, а не наоборот. Ну и последний наш бьюти-лайфхак будет связан с хранением косметики. Я нашла такой интересный способ, как можно использовать коробочку из-под телефона, ну или любую другую коробочку, парочка незамысловатых движений, и вот у нас получится невероятно красивый контейнер для помад, хоть для чего, для консилеров, который можно хранить на туалетном столике. Я люблю, когда косметика наглядно видна, что я открываю свой ящичек и все-все-все вижу. А когда она хранится в косметичках, мне это неудобно. Поэтому мне понравился этот лайфхак, и давайте скорее проверять его. Итак, я беру крышечку от коробочки, делаю два надреза вдоль и поперек. И, конечно же, ничего не получилось. Знаете почему? Потому что крышка сама по себе больше, чем дно. Я не понимаю, как у них это получилось в видео, но так как верхняя часть — это крышка, и, конечно же, она больше, чем основание, она просто-напросто не помещалась в основание. Наверное, если бы мы сделали все наоборот, тогда бы лайфхак сработал. Но я следовала строго лайфхаку из Инстаграма. Так что нет, этот лайфхак не работает. Ну, в общем-то, красотки, закончились наши 5 лайфхаков. На самом деле, результат немножечко печальный, потому что у нас 1.5 лайфхака из 5 сработали. Надеюсь, что вам это было так же увлекательно и интересно, как и мне. Но мы переходим к конкурсу. Итак, красотка, уже по классике жанра, условиями конкурса, чтобы выиграть 3 средства от Herbarian будут: первое, поставить лайк на это видео. Второе, если ты еще не подписан на мой канал, то... понимаешь, да, что надо сделать? Подписаться, конечно же. Третье, подписаться на мой Инстаграм. Здесь сейчас будет аккаунт, и он всегда есть в описании. И в-четвертых, написать комментарий к этому видео. Проверяла ли ты когда-нибудь лайфхаки из Инстаграма? Я думаю, я не одна такая, кто залипает иногда в Инстаграме на всякие интересные видосики. Все это выглядит очень красиво, когда кто-то делает еще ускоренные съемочки, все так профессионально. Но не факт, что оно всегда работает. И вот пыталась ли ты когда-нибудь какой-нибудь лайфхак повторить? Расскажи, какой опыт, если пыталась. И не забудь оставить свой ник Инстаграма в этом комментарии, чтобы в случае того, если ты станешь победительницей, мы с тобой связались. Ну а я, красотки, буду с вами прощаться. Спасибо вам за просмотр и удачи в конкурсе. Улыбайтесь чаще. Пока-пока.